68% попадания первым мячом, и шансов маловато. Где-то, по-моему, один брейкпоинт был во втором гейме, когда подавала Азаренко. Но это только лишь эпизод в действиях Шарапова. Эпизод, но она даже и тот не смогла момент использовать в свою пользу. Три проигранные подачи в этом сете у Шараповой. Да плюс она еще восьмой гейм проиграла на своей в первом сете. Четыре гейма подряд Шарапова ничего не...